Они еще не знают, что армады немецких бомбардировщиков уже оторвались от своих аэродромов и взяли курс на Советский Союз. 22 июня. Самый длинный день в году для многих из них станет самым коротким в жизни. Они умрут на рассвете, погибнут в первом бою долгой, беспощадной войны. А те, кто выживут, ослепленные, оглушенные, искалеченные, попадут в плен к врагу. Но то, что с ними случится позже, станет страшнее смерти. Они будут оболганы и забыты. Забытые герои Бреста. Но именно они, защитники Брестской крепости, породят великое сомнение в победе фашистской Германии. 22 июня, 4 часа утра. Брест. Тысячи снарядов и бомб обрушились на мирных жителей и солдат, до последней минуты не веривших в это вероломное нападение. Он будет сражаться до последнего солдата. Считанные минуты все вокруг превратится в ад. Но гарнизон крепости окажет врагу ожесточенное сопротивление. По плану германского генерального штаба Брест должны были взять в первые же часы войны. Но только 24 июня генералы вермахта решились доложить Гитлеру о взятии крепости. Это была ложь. Впервые немецкая военная машина дала сбой. Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой. Этой песне 70 лет. Пролетят многие годы, но никогда нам не забыть это время. Это наша история, написанная кровью вот этих уходящих на фронт солдат. Да, мы живем сегодня в различных странах, иногда даже не совсем понимаем друг друга. Но память о том времени остается с нами. Потому что на фронт тогда уходили не какие-то неизвестные солдаты. Это были наши отцы, деды, прадеды. И забыть об этом времени значит предать их. Идет война народная, священная война. Они погибали, чтобы мы могли жить, строить города, любить и мечтать. Тогда, 70 лет тому назад, не было ни одной республики, ни одного даже малочисленного народа нашей огромной страны, который не послал бы на защиту Родины своих сыновей. Из 92 тысяч ингушей ушли на фронт более 10 тысяч человек. Уходили целыми семьями.
15 человек после вашей, добровольно. Могу их фамилии, имя, ряд назвать. Заурла Магомед Илмарзиевич, Заурла Магомед Саитович. 15 представителей рода Зауровых ушли на защиту Родины. И ни один не вернулся с полей сражений. Долгое время оставались забытыми и безвестными многие герои обороны Брестской крепости. Лишь недавно появились публикации о четверых братьях Дзараховых. Современные исследователи с большим трудом выявляют имена тех, кто сражался в Бресте. Архивы не сохранились. Некоторые ушли навсегда, даже не оставив нам своих фотографий. Все они были молоды. Не каждый успел встретить любимую, создать семью. Но когда над страной нависла опасность, бесстрашно вступили в бой и отдали свои жизни за нас. Однако сегодня у таких стендов вы редко встретите журналистов. Зато полчища репортеров воспевают новый формат красоты. Не возвышенная, а уродливая выходит на первый план. Пошлость становится модой, извращение нормой. Можно ли воспитывать на таких примерах подрастающее поколение? Подлинные герои остаются в тени. Вспоминают о них только по большим праздникам. Нам удалось с трудом разыскать последних оставшихся в живых жителей Ингушетии, принявших первый бой в крепости на берегу Буга. Где я рожден? В скале гнездо орлиц. Где я рожден? Обвал гремящий мчится. Там водопад кружит чинар и лист, как сердце матери, там воздух чист. Где падает от древней башни тень, когда рождался день, в счастливый день, когда кричал олень, я был рожден. Село Плиево, улица Попова, 12. Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны Плиев Саварбек Ларсаевич. Он воевал на разных фронтах, но главным событием своей жизни считает сражение в Брестской крепости. Командир Варфа. Командир Варфа. Командиром был. Прямо в Брестской крепости? Да. Аздишадар, я читал, что вы взорвали мост вместе с наступающими немцами, а потом бросились в реку и добрались до своих. Как? Взорвали мост с наступающими немцами. Было и это. Война. Вот в этой войне мы, не считаясь ни с чем, наши дорогие друзья,
не считаясь. Погибли там все? Погибли. Много людей погибло? Много, очень, очень многие погибли. Сколько вам лет сейчас? Мне лет? Да. Сколько мне лет? 92, да? А? 92 или 5? 94 ему. Фон Гохер. Ну что же. Вы покушали? Нет, мы кушать не будем. Сейчас надо ехать еще снимать. Да? Еще, да. Мы тут снимаем про Брестскую, про защитников. Вот так к вам приехали. А теперь поедем дальше. Да, да, маршал Олдфорд. Спасибо. Чтобы до всего ингушского народа вы были здоровы. Спасибо. Большая благодарность. Не считаясь ни с чем. Не считаясь ни с чем, сражался он вместе с боевыми товарищами на той страшной войне. Не считаясь ни с чем, защищал Родину. Об этом говорят не только его награды, но и ранения. Вот так. Мяс 94 года – немалый возраст. Не все он уже хорошо помнит, не обо всем может подробно рассказывать. Но главное, Саварбек Плиев запомнил на всю жизнь, не считаясь ни с чем. Сегодня только эти люди могут рассказать правду о Брестской крепости. Их единицы, и им уже за 90. В 4 часа утра грянул гром. В казарме, где мы жили, наверху была оттуда, значит, прямая наводка оттуда. Открыли огонь. Люди спали некоторые. Халмелахет, это оружие в козлах. Лахет, бейт ашбош. Ранили людей в крови. Бешдар, я же здесь, вон там уже, бешдар, идут бои. Уже штурмуют немцы. Мы находимся в гостях у ветерана Великой Отечественной войны, защитника Брестской крепости, Лиянова Хаджибекара Хамурзиевич. Хамурзиевич. Немцы подняли белый флаг. И он самый от Скворценника обрали там на переговорах. Своих елах солдаты ухом. Уже форму обрали на переговоры. Часом времени шейдак и дахлю. А мы выбираем своих. Завайтесь. Москву же взяли туда. Откуда я его светло Москву взяли? Вот мы служим ради Россию. Москва обороняется. Ты что нам поешь? Здесь она. Чахлаха, здесь она на спортивном самолете прямо в Берлин, Берлин, Энгельс и Гитлер. Предупредил, что мы вторглись в грязь. Смотри, Гитлер говорил, там, говорит, что это муха там. Это, говорит, не муха, это горцы. Чеченцы, ингуши, армяне обороняются, защищают свою родину. Их обстреливали, бомбили, жгли огнеметами,
травили газом, но не могли сломить. И тогда немцы решили изменить тактику. Оставалось только одно решение – заморить голодом и жаждой защитников крепости, тем самым принудить русских сдаться в плен. Из штабных документов немецкой 45-й пехотной дивизии. Пройдет много лет, и здесь, на берегу Буга, будет воздвигнут мемориал. Этот памятник бойцу, умирающему от жажды, поставят в 47 шагах от реки, до которой было невозможно добраться. Изнемогаем от жажды, вода только раненым да станковым пулеметом. Из дневника майора Петра Гаврилова. А воды вокруг было много. Буг и впадающий в него Муховец со всех сторон омывали цитадель. Ночью, под покровом темноты, ползком или короткими перебежками пробирались бойцы до берега, чтобы зачерпнуть хоть немного драгоценной влаги. Но немецкие снайперы держали под прицелом весь берег. И вода в реке часто окрашивалась кровью наших солдат. Из воспоминаний младшего сержанта Сергея Бобренка. Из 5 добровольцев, ходивших за водой, возвратились 2. Вода давно унесла следы войны, но следы жестоких сражений сохранили израненные стены этой крепости. Они были свидетелями совершенного здесь подвига. Однако долго этот подвиг замалчивали. Слава тебе, солдат! Фашистам казалось, что никто уже не остался в живых, что от крепости одни руины. Но здесь и руины продолжали стрелять. И тогда немцы нанесли мощнейший удар с воздуха, после которого никто уже не мог выжить. И когда они праздновали победу, откуда-то из пылающих развалин вышел старик в форме советского офицера, почти слепой, израненный, но с гордо поднятой головой. А было ему 22 года. «Кто ты?» – спросит его немецкий переводчик. «Я русский солдат», – ответит последний защитник крепости. Немецкий генерал вдруг по-русски отдаст ему честь. За ним последуют и другие. А человек в форме советского старшего лейтенанта вынет из кобуры пистолет и выстрелит себе в висок. Немцы похоронят его с воинскими почестями. Назрань.
краеведческий музей имени Тугана Мальсагова. Здесь собраны все материалы о старшем лейтенанте Бархановеве. Подлинная фотография его, единственная в экземпляре пока что. И все, что вот про него, других фотографий мы еще не смогли найти. Ася, а как стало известно о подвиге Бархановева? Музей располагает каким-нибудь документальным подтверждением? О нем рассказал литовский солдат, который в то время входил в эсэсовскую армию, в немецкую. Вот тогда, когда уже он застрелился, и они достали документы, они увидели, что он уроженец ЧССР, тогда еще ингуш по фамилии Бархановев Матвей. Мы едем на родину Маткирея Бархановева, в село Яндере. Узнав, куда направляется наша съемочная группа, водитель специально для нас поставил в магнитофон диск вот с этой песней. Где ты, песня позабытая, недопетые слова? Как примятая копытами поднимается трава, а ветер гонит все выше в горы до полусталых белых облаков. На небо хочет напиться ночи, и только слышно где-то далеко. В Яндере вечером играют на пандаре. В Яндере, вечером играют на пандаре. Недопетая любовь лунными лучами шитая, и забывка старых снов, а месяц глупый все перепутал, и звездный гость вот у нас бросал в реке. Самое, одно из самых красивых ингушских сел — село Яндере. Из этого села вышло очень много знаменитых людей, которыми гордится Ингушетия. Но самое главное их герой и самая главная их гордость – это Бархановев Уматгирей Артмиевич, последний защитник Брестской крепости. Местные жители гордятся своим героем, и улица названа здесь его именем. И в Назрани, самом крупном городе Ингушетии, есть улица его имени. И по гранзаставе, высоко в горах, присвоено его имя. В 41 году здесь был такой горный пункт, и отсюда ушли. Ну, ушли на фронт, очень много ушло их, а именно в Брестскую крепость попали два человека. Это Уматгирей Бархановев и Юсуп Мурзабеков. Так что на одно это село, ну, тогда оно было меньше, гораздо меньше, из этого села вышли вот два легендарных защитника Брестской крепости. Узнали, что сестра Бархановева живет в соседнем селе Плиево. Туда мы и направились. Вот ее дом. Ехал, видишь, до куста. А,
зовут его? Дигвалдер Дуалтович. Бедик Хельга. Бедик Хельга Гошбо. Бедик Хельга. Ага, ага. Ага. Сумбек, ага. 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 Футуза Гошбо. Могил. Оз Хавешер. Умит Кириви. Умит Кириви. Сонов кино дохож до того. А Брестская крепость, цик бяч томах, цик цардил дяч, сулха, чог, мейр, латерах. Эчо один удор сэкхану, на хатхаду чог и цик. Вам бар шейк кем дик бар, зангол чхан дэн, а дэшэш, керэс дэшэ, бусыл дэшэ, дэшэ, дэ вачэн мумаис, эс дэшэ хэр, цэмэн нэзэг лэлэк мэчвэдэс, бэгван зэгвар айжэй чэк дэхэээ, цэ эрми цэ бэхар сэк бэх, цэ эрми яхкэээс, цэкэ бэху яхцэ анши, бэху и вэд, мэшэн яхар кэээр садэхэ, удэж бэх мэвэ хэрэээс. Ши добровольно вэгэр? Дээр, вэгэр, дээр, вэгэр, сон нэскэр чвэ. Сон шэшэ, сон ёлка иччэ дээн, нэр из водэ, из барэ иччэ дээн мэр. Да, гэш гэхтсэн. Судил для дождя, хамаш, хат шогур, низ ден дождя, из карточки, из хандецерия, вейн из сон сорт, из муштхану, озу платят. Курик, а вот то, Борис, вот то, а цхайр хож горит, а зай, ер хосей, вош вот то. Позже ваш мох мне доверительно рассказала. Ей кажется, что брат ее никогда с ней не расставался. Всегда был где-то рядом. Глядя в ее глаза, я действительно поверил, что она никогда не расставалась с братом. Из материалов кинохроники. Гитлер не часто приезжал на места сражений, но в Брестскую крепость приехал и привез с собой Муссолини. Оба изображали из себя победителей, принимали поздравления, но их не мог не мучить вопрос, неужели и дальше они будут встречать такое сопротивление? Сопротивление фанатически сражающихся войск противника было очень сильным, что вызвало большие потери в составе 31-й пехотной дивизии. Франц Гальдер, генерал-полковник, начальник генерального штаба сухопутных войск Германии. Больно говорить, что первыми, кто написал о героизме защитников Брестской крепости, были немецкие генералы. Уже на 7-й день войны Гальдер высоко оценивает мужество наших солдат. Мы же только спустя 15 лет рассказали об этом подвиге. Сергей Смирнов в книге «Брестская крепость» назвал многих героев, но не упомянул об ингушах и чеченцах, потому что судьба репрессированных народов упорно замалчивалась и в те годы. А мы еще в 95-м году нашли защитника Брестской крепости Юсупа Мурзабекова. Я был в 125-й полку, стрелковый полку. С полка отделили инженерный отдельный, 10-й инженерный батальон я был. Вот это наш батальон был специально закреплен, доты строили, границы, железно-бетонные доты я строили. Ну что, больше не будете добиваться, доказывать, что вы воевали в Бресте? Я до самой смерти буду говорить. Юсуп Мурзабеков будет до самой смерти отстаивать свою правоту. Он так и уйдет из жизни, не добившись признания, что был в этом аду. Это сделали за тебя мы,
Юсуп Абдурахманович. Об участии ингушей и чеченцев в обороне Брестской крепости одним из первых скажет писатель Борис Васильев. Гарнизон. Там было огромное количество, там практически все национальности Советского Союза. Украинцы, белорусы, русские, евреи, немцы, поволжья, татары, чеченцы, ингуши, молдаване. Кого только там не было. И вот все они, не признавая никаких команд, ничего на свете, они вдруг почувствовали прилив нормального, старой русской нравственности. Врагу не сдаются. Ну, не сдаются врагу. Борис Шадыжев, шагнувший в бессмертие. Вот эта книга о последнем защитнике Брестской крепости и привела нас к нему. Борис, будь добр, расскажи, как создавалась эта книга? Конечно, эта книга родилась не сразу. Я долго шел к этому, чтобы написать эту книгу. Он прислал свою фотографию до войны из Брестской крепости. И Гошмо, она сохранила эту фотографию. В высылку отвезла, никуда себя эту фотографию не девала. И держал ее постоянно при себе. И когда она вернулась с Казахстана, когда ингуши и чеченцы вернулись с Казахстана, и когда уже пошли следопыты искать, и нашли они ее. Бог не дал кануть в лету его подвиг. Как и подвигу сотен его земляков, сложивших головы на берегу Кровавого Буга. Они полегли здесь в июне 41-го, омытые водами Муховца и Буга, чтобы сюда пришли солдаты 44-го. И уже ничто не могло остановить великую армию. Шли на Берлин и Вайнахи, не подозревая, что тех, кто после победы вернется на родину, ждет страшная весть. Где вы войну закончили? В Берлине во дворе закончилась война. Прямо в Берлине? В Берлине во дворе закончил. Я залез в рейхстагу, шифер снял, со мной Гурдин был. Гурдин отдал молоток, гвозди, флаг держал я. За участие в этой операции лейтенант Богатырев был награжден орденом Красной Звезды. Я поехал в Берлин и Москву, хотел зайти, не вижу солдаты. Я имею Красную Звезду, мне не знать, я должен идти туда. Я офицер смело ходить. Зашел, я говорю, где мои ингуши? Куда ты их дел? Что они такой хороший народ для меня, мой народ. Я их защищал, я воевал. Мне их надо, мне другого не надо. Только вернувшись с войны, он узнал страшную весть. Весь его народ в одночасье был посажен в вагоны для перевозки скота и отправлен в ссылку. Спустя много лет режиссер Суламбек Мамилов снимет фильм, в котором расскажет о трагедии репрессированных народов. Фильм поразит правдой. В нем совершенно не будет лжи, потому что будущего режиссера тогда везли в таком же вагоне. На вагонах было написано «Враги народа», и где так и было написано в вагоне, на товарных этих телячьих вагонах, было написано, что везут врагов народа. Вот. Ну, там разные были надписи, кто-то еще приписывал «Людоеды», там, какими только эпитетами. 400
человек чеченцев и ингушей защищали Брестскую крепость, стояли насмерть. Это все я потом узнал. Но вот этот вот тот комплекс без вины виноватого, внушенный в детстве, вот он из меня никак не выходит. Когда звонят в дверь сегодня, я это нормально воспринимаю. Но если постучать в дверь, то у меня обязательно вспоминается тот далекий стук в дверь прикладом, когда нас выселяли. Вот так это врезалось в память. Я столько лет, да? Да, несмотря на то, что много лет прошло, и вот трудно это выветрить. И ты знаешь, вот так, мне бы очень не хотелось бы, чтобы мне мои внуки, я уже не говорю там, детях, дети еще могут такой вопрос мои сыновья задать, чтобы мне внуки не задавали этот вопрос, чтобы у них, они избавились от этого комплекса. Указ Президиума Верховного Совета СССР. За образцовое выполнение специальных заданий награждены. До сих пор не укладывается в голове, что за массовое выселение соотечественников, изгнание их из собственных домов, исполнители этих акций будут удостоены высших наград Родины, орденов Суворова и Кутузова. Большинство из них вскоре будут арестованы и расстреляны. Абакумов, Меркулов, Кабулов и главный организатор репрессий Лаврентий Берия. Но это произойдет позже. А тогда, в 1944 году, кровавая подпись Берия была приговором. Один росчерк его пера, и как будто бы никогда не было народа, тысячелетиями проживавшего на этой земле. Одна его подпись, и как будто бы не было древней культуры, старинных обычаев и традиций. Только одна подпись, и как будто бы не было многовековой дружбы с Россией. Не было знаменитых ингушских генералов, прославившихся на русской службе, верой и правдой служивших Отечеству. Как будто бы не было этих полных георгиевских кавалеров. Но ведь они были. И не только были, они есть. Они возвращаются. Генерал Хаймех Цахачава. Ты вернулся на свою родину, генерал. В 1996 году для перезахоронения на родине в республику были доставлены останки генерала Российской императорской армии Сафарбека Мальсагова. Для Ингушетии это стало большим событием. Он умер на чужбине, но родная земля позвала его спустя 62 года. Сколько людей пришло тебе поклониться, генерал? Генерал. Пусть земля тебе будет пухом. Сафарбек Мальсагов скончался 20 ноября 1944 года. Должно быть, сердце солдата не выдержало, когда он узнал об изгнании с родины своего народа. Так же, как прославленный генерал, должны вернуться к нам из забвения все герои, и прежде всего те, кто сражался и погибал в Бресте. Герои всех времен остаются героями. Мы должны назвать всех поименно, разыскать фотографию каждого, рассказать о подвиге братьев Булгучевых.
братьев Дзараховых, братьев Акиевых, обо всех. Носятся грамоты о присвоении городам почетного звания «Город воинской славы». В 1941-м, мы с вами знаем это точно из истории, люди с Кавказа защищали Брестскую крепость. Русские люди защищали Кавказ. И всегда, когда мы объединяли свои усилия, мы побеждали. За мужество, стойкость и массовый героизм присвоить городу Малгобеку почетное звание Российской Федерации. Город воинской славы. Германский солдат не ступил на ингушскую землю. Перед ним встал Малгобек. Здесь велись жесточайшие бои. Пролитая солдатская кровь породнила два этих города – Малгобек и Брест. Всегда мы рады гостям, когда они приезжают, в том числе и из Ингушетии, и из других регионов Российской Федерации. Мы всегда рады гостям, и особенно вот гости, представители которых лежат на этой земле, отдали свою жизнь в обороне Брестской крепости. Было принято решение одну из улиц города, которая примыкает к Брестской крепости, назвать улицей обороны Брестской крепости. Так она сегодня и несет это название. Мы недолго ее разыскивали. Эта улица в Бресте известна каждому. Она названа в честь всех сражавшихся здесь героев, в том числе и пока еще безымянных. Улица героев обороны Брестской крепости. Здесь каждый камень, каждый кирпич напоминает о жесточайших боях. Это все, что осталось от Белого дворца, где в 1918-м подписывали Брестский мир. В 1941-м дворец стал одним из очагов сопротивления. А это все, что осталось от красноармейских казарм, опоясывавших всю цитадель. Сегодня Брестская крепость – мемориал. На мраморных плитах, установленных рядом с вечным огнем, имена тех, кто здесь похоронен. Тахир Джапуев, Михаил Доброцветов, Василий Кондрашов, Николай Левинец, Владимир Крамаренко, Николай Близнюков, Акакий Шеварнадзе, старший брат экс-президента Грузии Эдуарда Шеварнадзе. Тогда все они были вместе, представители всех национальностей и республик. У них был один враг и одна цель – добиться победы. Владимир Шабловский из Беларуси. Иван Зетгенидзе из Грузии. Халид Цычоев из Ингушетии. На сегодняшний день он единственный ингуш, чье имя увековечено на мемориальной плите.
останки 962 воинов, которые в июне и июле 41 года отдали свои жизни для того, чтобы мы жили и строили новую жизнь. Но вы как обратили внимание, на плитах мемориальных не все их фамилии написаны, а написаны только имена 273 человек. А остальные имена нам неизвестны. И поэтому написано «неизвестны». Задача наших сотрудников мемориального комплекса, чтобы все имена были известны. И мы знали их. И их имена были вынесены на мемориальные плиты. Вот имя Эльмурзаева, одно из них, вынесено в этом году, в день 65-летия Великой Победы. Накануне Дня Победы это имя появилось на мемориальных плитах. Так неизвестным возвращают их имена. Рядовой Эльмурзаев Элим Алиевич, чеченец. Мы верим, что скоро на этих плитах вместо надписи «Неизвестный» появятся имена Умадгирея Барханоева, Закрет Зарахова и его братьев, Исы Сагова. И этот день недалек, когда неизвестным возвратят имена. Мы разыщем каждого. Сейчас, когда я разыскивал живых героев, защитников Брестской крепости, вот я случайно там... Девочка, звали ее Алина, 3,5 годика ей. Меня просто поразило, какую песню, взрослую, нашу, военную песню, как эта девочка исполнила. Вот сейчас тебе дам послушать. Вот, я, например... Вот... Сейчас она... Я немного счастья чуть, но синий бой, он самый белый, а я богиню домой хочу, и так давно не видел маму. Я немного счастья чуть, но синий бой, он самый белый, а я богиню домой хочу, и так давно не видел маму. Еще немного! Еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу, я так давно не видел маму. Четвертый год на меньше я от этих фрицев, четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне в девчоночку, в хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, трудный самый, я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой. Последний раз сойдемся завтра в рукопашной, последний раз России сможем послужить, а за нее и помереть на смерти страшно, хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, последний бой, самый белый, а я в России, а я в России домой хочу, и так давно видел маму, так давно видел маму. Спасибо, Алиночка, спасибо тебе за эту песню. Они погибли на рассвете 22 июня
1941 года. Но память вновь и вновь возвращает нас в тот самый июньский день, который стал единой судьбой для всех, и живых, и мертвых, некогда великой страны.